Все, теперь точно никаких отговорок. Во-первых, на улице уже тепло и сухо, а во-вторых, инструкторы уже сами приглашают жителей на бесплатный фитнес. В Челябинске появилась интересная инициатива. Профессиональные инструкторы проведут безвозмездные тренировки на свежем воздухе, используя территории спортплощадок. Принять участие в уличных занятиях может любой желающий. Тренировки проходят под бдительным вниманием и наставлением сотрудников МБУ «Спортивный городок» во всех районах Челябинска. Также сотрудники проведут тренировки по футболу, ОФП, единоборствам и скейтбордингу для детей. Также люди пожилого возраста могут записаться на занятия скандинавской ходьбы. Расписание на разных площадках формируется по своему графику. Тренировки идут с утра до вечера. Приходить могут все желающие. Занятия абсолютно бесплатные. Такая инициатива способствует улучшению общего состояния здоровья граждан и систематическому пребыванию пожилых людей на свежем воздухе. Для записи на бесплатные тренировки нужно связаться с тренером. Расписание, площадка и время начала занятий можно узнать на сайте МБУ «Спортивный город» или по телефону, который вы видите на экране.